В Люберецкой кадетской школе отметили тех, кто безвозмездно тратит свое свободное время на помощь людям. За торжественным вручением волонтерских удостоверений наблюдал наш корреспондент. Мы увидели, сколько вы делаете добрых, хороших дел. И делаете их от души и от сердца. Продолжайте, ребята, также проводить эту работу от души и от сердца. И все у вас в жизни получится. И, как говорится, у вас будет карма плюс один, плюс один, плюс один. Слова напутствия и почетные удостоверения получили 12 учеников кадетской школы. Среди них и бывший воспитанник кадетки Артем Рябов. Несколько лет назад победить страшную болезнь Артему помогли именно волонтеры. Я лежал с такими же детьми, у которых была такая же болезнь, и даже еще хуже, у которых эта болезнь убивала изнутри. И мне хотелось дать им надежду, сделать так, чтобы они победили эту болезнь, потому что меня мотивировали так же. Список добрых дел широк. Помимо поддержки тяжело больных сверстников, активисты собирают и передают вещи в детские дома, устраивают представления в больницах. Удостоверения выдают только за активное участие в волонтерском движении. Мы просто так это не выдаем, это по делам. Участие не менее в трех мероприятиях, и не просто участие, что они пришли, постояли, а именно с нами собирали подарки, выезжали, раздавали цветы бабушкам, это те, которые помладше. У нас их еще много претендентов, которые стоят на вторую очередь для получения книжек, это сегодня просто мы выбрали именно старшие классы. В кадетской школе активно волонтерством занимаются более 30 учеников. В следующий раз вручение почетных книжек состоится в феврале будущего года. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.